В кадетском классе 4-й школы торжественно открыли парту героя в честь муравленковца Михаила Грищенко. Гвардии младший сержант, механик-водитель парашютно-десантного взвода погиб в ходе проведения специальной военной операции. Учащиеся 5-го К-класса 4-й школы вместе с педагогами на протяжении нескольких месяцев активно работают над масштабным образовательным патриотическим проектом. Одним из этапов его реализации стало открытие парты героя в честь участника специальной военной операции Михаила Грищенко, выпускника этой школы. Это действительно, это очень значимо в жизни нашего города событие, очень волнительное. Сегодня вам выпала такая честь. И именно в вашем классе открыта вот такая парта героя. Это впервые в нашем городе происходит. К большому сожалению, так происходит, что иногда защитники погибают. Но очень важно знать, что память о них продолжает жить. Мальчишки и девчонки изучают историю жизни муравленковца Михаила Грищенко и пишут исследовательскую работу. Хочу быть таким же, как он, таким же мужественным, таким же патриотическим. Для меня это очень важно, ведь мы весь класс собирали информацию о Михаиле Грищенко, искали, долго старались. В социальной сети ВКонтакте они уже создали группу в память о погибшем. С подготовкой информации им помогают педагоги и мама Михаила, Светлана Брунцвик. Для нее открытие парты героя – событие особенное. Он был в фильме. И любимый сын у меня. Михаил выбрал профессию воина. У нас памятный адрес, что у нас открыта такая парта в школе. Мы помним вашего сына, и подвиг вашего сына всегда будет примером патриотизма для нас, для наших ребят. Михаил Грищенко окончил 4-ю школу и многопрофильный колледж. Его классный руководитель Людмила Исаева вспоминает Мишу самыми добрыми словами. На месте ему трудно было усидеть, но очень позитивный. Его ребята все очень уважали за его юмор, вот именно такую доброжелательность. Вот. Он всегда в чем-то участвовал у нас, и его одноклассники, и мы все испытываем чувство гордости, действительно. Мы разговаривали с ребятами, встречались, когда вот именно гордимся, что мы были рядом с таким парнем. Михаил награжден медалью участнику военной операции в Сирии и орденом мужества. Посмертно. Парта героя, открытая в его честь, это один из этапов проекта, над которым работают в его родной школе. Основная цель – в доступной форме рассказать подрастающему поколению о земляках, которые совершили доблестный поступок и проявили мужество. Когда я был маленький, я также открывал будущее пионером парта героя, но у нас был герой Афганистана, и благодаря этим людям мы пронесли через всю свою жизнь любовь к родине, любовь к родному краю. На парте размещен QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный сайт школы и информацией о герое. Учиться за ней будут только лучшие кадеты-пятиклассники. Анастасия Попова, Виталий Сидняев, новости Муравленко.